В муниципалитетах Тверской области, которые стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, продолжаются работы по благоустройству. Так, в Калязине идет ремонт набережной и спуска к колокольне Николаевского собора. О том, что уже сделано, в репортаже Натальи Чекет. Работы начались в прошлом году. Сейчас на спуске колокольни рабочие укладывают декоративную брусчатку. Завершается устройство шпунтового ограждения на нижней части набережной для предотвращения ее размывания. Также ремонтируется декоративное ограждение, которое сохранит свой прежний вид – кованые металлические цепи. Верхняя часть набережной будет выложена брусчаткой, а нижняя сделана бетонной. Должны выполнить ремонт именно стыковка существующей булыжной мостовой. Решение было вот именно подойти к опорам освещения. Тоже камнями, да? Да, мы решили камнями обложить. Параллельно со строительством на объекте проводятся археологические работы. Специалисты из Санкт-Петербурга исследуют посад Калязина 15-19 веков. Ученые следят за состоянием культурного слоя, защищают найденные артефакты и сооружения в земляных раскопах. Обнаружены элементы керамических предметов, остатки вымостки, фундаменты. Все интересные находки планируется передать в местный краеведческий музей. Углубленные в материк сооружения. Сотрудники администрации района и представитель подрядчика рассказали, что работы ведутся непрерывно. Планируется, что благоустройство будет закончено до конца октября.